Вот так выглядели документы 17 века. Это жалованная грамота князей Трубецкого и Пожарского от 1613 года, хранится в фондах Ульяновского областного краеведческого музея. Она уникальная, поскольку является, во-первых, свидетелем смутного времени. Грамота отражает события этого периода, когда на престол должен был зайти первый царь из рода Романовых, Михаил Федорович. Во-вторых, эта грамота была выдана не монархом, а князьями. Согласно данному документу, Мурза Байш Разгильдеев за свою храбрость жаловался вотчиной, то есть землей. Известно, что в 1612 году он отбил нападение ногайских людей на Алатырские и Ордатовские земли, будущую территорию Симбирской губернии.